Так, ну что, начнем готовить ужин, ребята. Так, у нас будет картошка, картошечка, жареная рыбка и шашлычок. Продукты, блин, сейчас надо немножко тут распределиться все. Ну, Олег, красавчик, чистит рыбку. Дербань. Да, парни. Занимается лагерем. Она не живет. Именной, ребята. Именной, именной. Именной. Вова, палатку ремонтировали. Как ты все? Нахуй ебанул, блядь. Нет, там, короче, говорит, озеро идет направо, а тут, короче, идешь, говорит, левее с этого. Там есть большое озеро, там больше. И там, где, блядь, да, вот озеро здесь, блядь, я там ни разу не был, я был. Смотрите, хуйня здесь такая, ловушка. Ну, так и здесь. Вот такая. Вот это вот, хуйню, все не поймали. Ну, это не хуйня. Да, хуйня. Да, хуйня. Быстро, ребята, картошка, шашлык. Заманались, если честно. О. Вроде располагаемся, все нормально. Сейчас ребята ехали. Там, которые рыбачили, где там три сработки у нас. Ну, это поход мелочь, это все-таки бед. В общем, вот так будем спать, ребят. В прошлый раз спали четвером. Сейчас у нас еще будет одна вот по центру. Пятером. Сюда опять же поставим ветродуечку. Ну, нормально. Вареная картошка, шашлык. Поужинали. Красота, блин, вообще. Не знаю, что-то ни о чем не охота, ребят, даже снимать, показывать. Что-то замотались, блин, с ночи. Вообще капец. Будем надеяться насчет завтра. Дай бог. Ну, сейчас ездим, посмотрим. Там три сработки, ребята сказали. Вон, парень ставит. Провода тянут. Так, ветродучка работает. Вот и свет.
сказал монтёр. Вот и свет, ребятки. Это не было? Это снежок. Снежочок, да? Есть? Нет. Ты тут подтекаешь, бляха. Правильно он делает, красавчик. Нет, ух ты, какой крокодил. А, он, наверное, сам делает. Хвост ему надо откусить. Стой. Кусал уже хвост ему. Мало. Да не, он целый. Сам он обоманул, но. Да, хвост ему лишь подрежь. Подрежь ему этот хвост. Тутка одну. Ну, этот облет. Да ебать. Да, блин. Что за бурдалаки, столько живой рыбы живут. Якуты, якуты. Якуты. О, все, хорош, хорош, хорош. Хорош, много не жрем, потом плавать не сможем. Все нормально. Ну вот там еще два подряд, да? Через одну. Полная вымотка, ребята. Опа, есть? Мелочь? Да. Нет, слушай, нет, пойдет. Пойдет. Пойдет, пойдет, ребята. Что ты 130-й не хочешь, малышка, заходить? Ну опять ни этого заживателя, ничего нет. А я Андрюхе предложил, говорит, не будем брать. Если говорит, возьмем, блядь, ничего не поймаем. На короля, говорит, Вова, гоняет, тут правильно. Ох ты, красота! Аккуратнее, руки, руки, аккуратнее! Душечка? Душечка! Олег! Да, брат! Олег! Давай, давай! Все, не спеши, не спеши, а то успеем, блин. Нормально, молодцы. У нас, возможно, тогда там тоже бахнуло, а сейчас мы ее под вечерок, да? Да. Сейчас мы ее перестаем. Братан, это хорошо. Взяли? Взяли. Ну вот, ребята, прокатились. Душечка попалась одна. Красавелка. Шикарная. Холодильник ее. Так, Олег сказал. Килл 800. Я говорю, душка. Холодильник у нас растаял, блин. Зараза. Килл 800, я сказал, душка, 2,5. 2,5, ребятки. Хорошая. Ну что, ребята, вечереет. Уже скоро потемнеет. Прокатили сейчас по жалицам. Блин, сколько не откусывало хвосты, все равно срабатывают. Но загарчик был. Полная вымотка. 2,445 щучка. В принципе, неплохая.
пойдет. Дай бог, чтоб за ночь вышли на лемяшки. Поклевали. Смотрите, друзья, какая красота. Тундра. Закат. Ну вот так мы встали на окраине. Две палатки, кухня, ребята, спальные. Помещение наше. Генератор тарахтит. Парни там еще что-то доставляются. Короче, хотят забрать полностью все. Ну, в принципе, ребят, закрытие. О чем говорить-то? Как-то так, на все деньги работаем. Красота. Чувствуется морозик уже, минус. Шикарный денек получился сегодня. В общем, выставились, ребята, полностью. Вот так береговую зону забрали. Дай бог, сработает налим. А так, блин, красота. Очень здорово, очень красиво. Что-то так сегодня так замотались, я даже не знаю, ребят, даже что-то я даже не понял этот день сегодня, вот честное слово. Что-то быстро вроде и покушать приготовил, там что-то туда-сюда. И что-то и там, и так ничего такого не было прям, ну прям такого, как будто бы непонимание. Бывают такие дни, ребят, на самом деле, у меня, когда вот в таком ритме работаешь, когда двигаешься, бывает, не понимаешь. Немножко не то, что не понимаешь, не замечаешь, наверное, правильно так сказать. Что-то хроп, и все. Бам-бам, и все готово. Смотришь, уже все, день прошел. Очень быстро время летит, конечно. Но в целом, друзья, что? Темнеет. Сейчас монотонно, скорее всего. Перейдем в палаточку. Возможно, поиграем в карты, там что-то как-то туда-сюда. Я не знаю, я лично, честно, устал очень сильно. Хотя выспался вообще. Ну, что-то сегодня замотались. Ну, это с ночи, когда, ребят, заезжаешь. Прям так и есть, наверное, скорее всего. Давайте, ребята, не знаю. Скорее всего, до утра. Возможно, может, ночью еще прокатимся. Или пройдемся, посмотрим сработки. Ну, а так, в целом. Пушка, бомба, петарда. Пушка, бомба, петарда.
Доброе утро, ребята. Выспались вот так. Блин, вчера во сколько? В 10, наверное, в 10 я вырубился. Потихоньку. Братва встает. Потихоньку очухаются. Готовлю завтрак. Яичница, помидоры. У нас рулька была вареная, как сало. Тоже туда пошла в ход. Ну, яйца, которые, как обычно, не доводят. Олег, доброе утро. Привет, страна, да? Страна, привет, да. Погода, ребята, четкая вообще. Солнышко, морозик небольшой ночью. По периметру загаров особо не видно, но у нас большое расстояние, так что пока ничего не понятно. В общем, чай, кофе, яичница и потихоньку начинаем. Возможно, сегодня на удочке порыбачим. Но опять же, сегодня и уезжаем домой. Так что надо делать все в ускоренном режиме. Время у нас 7:08. Как, Олег, спалось? Нормально. Четко? Офигенно, да. 7 утра, да. Нравится, да. Все, понял. Ладно. Посуду моют. Самый первый с Олегом встали. Что-то не знаю, я выспался вообще, ребята, классно. Ну, конечно, в 10 легли. В 6 встали, полноценно просто. Полноценный сон. Плюс... С обогревом что, ничего не надо делать, он херачит и херачит. Снегоходы уже жужжат. Ребята, движуха начинает. Стояли как раз на том месте. Ну, душка, ты что, ты, брат, ты что-то испугал, блин. Ну, когда тащил, килограмм максимум. Килограмм, да, налил. Но, ну, значит, змеюки есть. Ну да. Значит, две штуки смотанные. Без живца, видимо, сожрали, что ли. Без живца? Ну, да. Это вот тоже они. Живца съели. Да, да, да. Все понятно. Завтрак очень много помидоров, да? Ну что? Там, тут. Бля. Теперь скатать только сюда. Надо доедать их. Угу. Это опять зря взяли. Я тебе говорил. Блядь. Что у вас банки и огурцы в последнее время не едут? Вообще не едим, да. Не знаю, что стало. Так, друзья, ну что, все проснулись, позавтракали. Какие планы? День у нас сегодня выездной, соответственно, времени тоже не очень много. Сейчас бандой едем, прокатимся по Желецам, есть какие-то сработки, проверяем. И 11 километров, здесь есть еще одно озерко. Туда хотим планово съездить, попробовать половить окуня. Потому что здесь он не клевал вчера, целый день мы тут бодались. Пытались наловить на жерлице. Не то, что там уже просто рыбалка, а тут на жерлице еле как наловили. Так что, как-то так, друзья. Там посмотрим, будет, не будет. И, в общем, поглядим. Сработок, ребят, что-то особо не вижу. Ну, тут прямо напротив одна стоит, а края еще непонятно. Мужиков тоже там пару сработок, один налимчик попался. И все. Как-то так. Так, ребят, что, прокатимся сейчас быстро. А потом бандой поедем. Погода, конечно, прелесть просто. Что я думаю, когда? Давай, Олег, делай. Твоя жаль.
Смотри, как рыба живет. Я удивляюсь просто. Да, вообще в шоке. Тут так же вчера было. Она просто гребет. На линку отбили. Начинаем с конца. Что-то там раз, два. Там проезжали выводка. И здесь у Олега стоят одинарники. Так, тут у нас полная, друзья. Опа, есть. Налим хороший. Хороший налим, ребята. Хороший. Качаем, качаем, качаем. Качаем. А нет, зубастая. Вот, Андрюш, работаешь же крючок, да, один? А что он не будет работать? Хапануло, хапануло. Ну-ка, сделай красиво. Побыли. Ага. Чуть больше килограмма. Нормально? Ну, больше килограмма. Под полтора. Здесь нету. Та 2,5, это полторашка будет, да. Блин, что-то она наела, ребята. Или окунь этот здоровый здесь у нее. Да, не полно. Тут хватало, блин. Непонятно. Ну вот так, ребята. Вообще ни о чем. А неделю назад здесь раздача была бешеная. Ребята, тут ручей такой, болотина, везде какахи лосиные. Ну и нас, ребят, смотрите, какой в лесу, просто можно гулять. О, нашли просеку. Все, едем. Такая лужа небольшая, грубо говоря. Вот, смотрите, каточек среди болот. Ну, разбурено здесь тоже жестко. Два снегохода стоят вокруг тундра. И вот такие болота. Тут чисто окунь. Хотели просто попробовать. Косачей видали.
попробуем без мотылку, ребята. Сейчас кто-то найдет и будем бурить. Кто-то найдет и будем бурить. Вода чистая, блин, офигеть. Первый есть, ребят, вытряс. Первенький есть. Возле берега. Поближе. На безмотовочку. Ветер плохо. Штучно, ребята, окушок, но не крупный. Штучный окунек. Тут бывают кабаны, конечно, в этом болоте. Хотя вода чистейшая, блин. Разразнить надо. Надо разразнить окуня. Тогда будет клевать. Высоко взял. Высоко. А потом отпустим, если что, обратно. Что такие с такими делать? Хотя Владимирский эту мелкую рыбу заказывали на сушку. Так, идем дальше. Штучный, ребята, штучный окунек. Ну тут взорвано, конечно, тоже хорошенько. Сливки, наверное, тут сняли порядком. Блин, глубоко, конечно, офигеть. Глубоковато.
Надо вытрясывать, ребята. Что-то тут три, там один. Парни, поклевку не видели еще, что тут говорить-то вообще? Измотовочка. Ну, надо трясти и высоко прям, очень сильно надо прям вытрясывать. Стоит неактивно. Прям вообще надо, ребят, вытрясывать. Вот. Мужики уже все хотят валить. Ну да, согласен, что. Прям вытрясывать надо. Нифига, короче. Ну, рыба не клюет. Вчерашнего дня сразу было понятно, что она просто не клюет. Я, правда, вчера окуня не рыбачил, конечно. Но мужики вчера долго ловили живца. Прям очень долго. К вечеру немножко расклювалось. Ну, вчера вот так же, наверное, скорее всего, клювало. А вот прям вот я. Возвращаемся с работы, да. Мелкая. Ну как мелкая? Мелкая. Пойдет. Нельзя, блядь. Пойдет, зачем? Так чтобы не мелкая, а сделать килограмм, а человек. В общем-то есть, да? На глубине взяла. Просто щука хуёва, а так по идее щука есть. Да есть рыба здесь, конечно. Попал бы у тебя, когда вы были, да? Да, вот мы тогда попали. Вот тогда бы еще денек. Конечно. Было бы круто. Ну вот, ребята, утрешняя. Чуть больше килограмма. Прокатились. Ну, посмотрели на разведку. Ну, там все тоже продырявлено, конечно. Ну, мелкий окунь, тут также можно его ловить спокойно. Вот с утра три сработки. Что, пообедаем, наверное. У нас куча бич-пакетов. Сейчас заваримся, покушаем. Парни пошли на удочку рыбачить. А мы тут с Олегом немножко марафет наводим. Вот так вот. Короче, хотели количеством взять желез, ребята, но видите, как получается. В прошлый раз просто хорошо попали. Вот так. Ну, это рыбалка, что, это нормально. Ты еще раз говорил, что сегодня густо, завтра пусто. Это рыбалка, это не магазин. Кило 700, группа двушку, да? Да, почти, да. А сейчас, которую поймали? Больше сейчас, килограмм? Сейчас смотрю, да. Смотрю. Больше килограмм, кило 300, мне кажется. Кило 100, кило 200, кило 300, короче. Я говорю, кило 100. Я кило 300. Блин, Андрей, ты в натуре почти угадал. Кило... Ага, все понял. А обед у нас, друзья. Вкусная лапша. Полезная. Полезная? Нет, нет, ты ну раз так охота слышишь бахануть, да? Да, да, да. Отравы да. Вот этой. Да. Сейчас заварим, друзья. Так, слышишь, Олег, это походу этот острый. Так что не борщи с этим, со специями. Ну да. Это у меня есть такие простые. Простые, да? Есть, хочешь? Ну, уже открыл, ладно, что. Можно там скрыть этот приправу туда достать. Да? Вкусный бич-пакет, друзья. Так. Загар. Два. Два точно вижу. Три. Три загара. Полная вымотка, да, ребят? А нет, это не сработало еще. Хвоста. Живец есть, слава богу. Хвоста.
Опять это желтенькое радует нас. Тихо, секунду, секунду. Так, ну тут дальше вроде как будто тишина. Ну, что-то вот днем, видать, не крупная, гуляет. Да, с работы там ребят больше не вижу. Ну, здесь полная вымотка, друзья. Это еще не клювало. Опа, есть. Есть, ребята. Тоже неплохая вроде. Нормально. Килушница. Опа. Килушница. Вообще еле сидела, конечно. Килушка. Пойдет. Жилички желтенькие. Выручают. Как-то они интересно. Вот они тут все и работали. Хотя в разнобой ставили. А вот тут почему-то вот именно в этом месте поклевывает. Черненький. Ну все. Как должно быть. Как-то так. Загрузили еще пацанов, помогут нам вывести. Что-то как-то так. Нам еще сейчас жалиться снимать. Мы вторым рейсом поедем. Самый последний. Предпоследний жалец. Бодануло, да? Все, собираемся. Ну все, ребята, сворачиваемся. Целых 750 метров уже лиц. Ну сейчас что-то, да, сегодня пободрее. Щука такая поинтереснее, покрупнее. Вчера мелкая щука была. Ну мне кажется, сегодня вот, сегодня, завтра все восстанавливается, теплеет. Погода меняется и должна пострелять. Скорее всего, закрытие, друзья. Так что, не знаю. У себя уже точно никуда не поеду. Мало ли так, где-то что-то на машине куда-то без снегохода. Ну, скорее всего, все. Отвоевали. Не получается уже по времени больше. Вот как-то так. Все, жилички убираю, друзья. До следующего сезона. С одной стороны, как будто радостно, что сейчас новая летняя рыбалка будет. Туда-сюда, сезон новый. И как будто с другой стороны также и обидно. Как будто обидно. Такое недопонимание. Хотя у нас зимняя рыбалка очень длинная. Полгода практически. Плюс-минус. Как-то так. Нормально. Классная рыбалка получилась. Что-то тут, друзья, смотрю. Может быть и крутило, но флажочек как-то вот так стоит. Опа. Тут-то, ребят, сработка у нас.
еще одна красотка. Килушница. Тут просто место такое интересное. Бам-бам, у Олега лески мало. У меня вот так шли. А мы сюда ее в край поставили. Я смотрю. Что-то непонятно. Флажок-то. Опа. Еще киушница, ребятки. Пойдет. Владимирыч прет. Первую ходку сделал. За нами идет. Все, ребята. Все, погрузились, собрались. Прощаемся с озером. Ну и вообще зимней рыбалкой. За нами максимально чисто, как обычно. Все. Домой, друзья, выезжаем. Хорошая рыбалка получилась. Жалко, что вот с погодой не повезло. В перемешку попали. Вот сегодня как раз вот потихоньку начало расклевываться. Ну, нам домой. Спасибо за просмотр, друзья. Здоровья крепкого. Все крепко обнял. Увидимся. Пока. Все, прощаю, озеро. Все было круто.